Какая на улице красота. Собираемся дорожку. Поедем сейчас. Чё? Вот смотри. Угу. И вот на нашу. И чё? На одна, один в один. Да. Даже вот эти вот лыжи. Угу. Только она, мне кажется, чуть покороче. Хотя нет, такая один в один. Блин, прям весна, весна. Камеры тут, смотрите. Да, нам повезло. Вообще повезло, вчера, ветра нет. Вчера мы поедем. Я тоже думаю, вот это погодка. Но... но тепло, а сегодня прям вообще не ветра. И хорошо, морозец небольшой. Скользить будем. Хорошо ехать. Аж снег тает. Далеко укатываются, конечно, очень. Они на самый экстремальный. Сёма поехал. Но не верещит. Ну, мне кажется, она не сильно прям скоростная. Вообще не скоростная. Сейчас им еще не понравится. Вот здесь бы лучше. Здесь. Тут стоит этот хоп. А, тут пешком заходить, да? Не, да? Можно, наверное, мы быстрее пешком. Мы заходим быстрее пешком. Ну, с этого... Нет, Воробьева, я поеду. Ты хочешь, чтобы тут от мата все оглохли? Ну и что, мы с тобой вместе поедем. Все, либо ты, либо птица. Не, не, не. Поменяй их потом, Семен. Не ждали? А? Не ждали. Давай сейчас Настя тебе придать. Ну вот здесь вот не придумано. Да, да, да. Ой. Все, обратно. Смотри, не продумано, ага. Серега. Ага, можно вывалиться. Она видите, как толпой. О, вот интересно, нас толпой мы цеплялись. И не страшно толпой. Нет, интересно, не отцепляешься. Где моя-то? Одной страшно, мне кажется. А, вон она, пикалка моя. Это что такое? Самолет. Где-то сушка. Толпа. Ваши? Нет. Вон наши поехали. Надо было прям раскрутить их. Чё, как, Настя? Понравилось? Вдвоём, кажется, да. Вдвоем лучше. Понравилось? Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас на ту пойдете горку. Нет, а мальчишки на эту. Ой, только не сильно. Сильно доводи.
Наташа боится сильно. Простудите меня. Не, я не поеду. Нет. Наташа, а ты не бойся. Оксана, садитесь. Неплохо, Саня. Нет. Наташа. Нет. У меня уже сердце за это. Какой адреналин. Я знаю. Он снимает. Я поеду домой. Ну, крутится все. Она не хочет. Не хочет. Молодец, Оксана. Даже не орёт. Я тебе говорю, здесь круче, да? Здравствуйте. Как зовут? Снежок? Дейсон. Дейсон. Ой, какой мяч. О, подушка. Это не наш дурак. Вот и какой коровосенький. У нас лайк одного. У нас дочка тело побольше этого малопута. Нет. Затюкали. Затискали. Чистенький такой. Вот это спина. Всего. Дейсон. 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 Зимний вот вариант это... собачки. Да. Зимний вариант. Дейсон. У нас есть 15 минут до бассейна. Мы погуляем сейчас по санаторию у Вильды. Ну все, ждите, мы не дома. Он у вас уже государственный, да? Я знаю, что там. А мне же счет прислали. 60 тысяч, ну 8 дней. Для сотрудников? Да. Сейчас немножко засниму. Вау. Примерно как в октябре. Ага. Пойдешь работать? Пойду. Требуется? Фармацевт требует. О. Да, у нас фармацевты вообще спрашивают. Да? Постоянно. Да? Сколько за... Все, смотрите, смотрите. Бассейн на улице. Ой, как туда попасть-то? Где-то выход там. Посмотрите. Сейчас мы туда пойдем. Так, это другая кабинка. Пока в баньку пошли. Какие-то механики.
Круто? Тебе не холодно? Мне сейчас очень тепло. Да, под звездами. Ой, холодно становится. Мне надо нырнуть. Они все в бане в той сидят. Да не простудишь. Отпиваем. Ой, какая горячая. Да, вообще. Хватит апельсинами обкидываться. Красиво возле бассейна. Да, я подошла, пощупала. Неживая. Классно. Господи, дайте мне первую. Чуть перестать. Кривляк. Ой, там можно пройти. Там, правда, бухнет? Да. Что снимать? Что снимать? Все красиво. Смотри, попугай. Где? Типотечки. А, что испугались? Где батюшки? Красавчик. Дегустация. Да. Мы идем на озеро у Вильды. И там это что-то. Это озеро.
Вот это да. Да, это и наломало. Это уже дом наломало, да? Да. У нас потух нет. Андрей, а там что? Некоторые яхты свои хранят, некоторые привозят и возят. На частнике.